Всем доброго времени суток, приветствую на канале История в монете. Сегодня мы рассмотрим монетку Малайзии номиналом 10 сен 2008 года. Монетки такого типа чеканились весьма длинный период, из 1989 по 2011. Малайзия – государство в Юго-Восточной Азии, состоящее из двух частей, разделенных Южно-Китайским морем. Первая часть – Западная Малайзия. Она занимает южную оконечность полуострова Малакка и соседние острова, граничит с Таиландом на севере. Восточная Малайзия занимает северную часть острова Калимантан и соседние острова, граничит с Брунеем на севере и Индонезией на юге, а также имеет морскую границу с Филиппинами. На лицевой стороне, кроме обозначения номинала года чеканки, мы видим цветок гибискуса. Гибискус широко распространен и в Старом, и в Новом Свете, в субтропическом и тропическом климате, а также разводится садоводами. Самый распространенный гибискус – так называемая китайская роза. Это кустарник с цветами различных цветов. Родина этого гибискуса считают именно Малайский архипелаг. Наверное, с этим связано наличие цветка на монете. Оборотная сторона более интересная, хотя без интернета сложно разобраться, что же там изображено. Это манкала, семейство настольных игр для двоих игроков, распространенных по всему миру, особенно в Африке, Средней Азии и Центральной Америке. История этой игры до конца не ясна. Некоторые аспекты напоминают процессы в земледелии. Имеется большое число их вариантов. А распространение игры по всему миру заставляет думать о том, что она весьма древняя. Происходит игра, скорее всего, из Африки, возможно, из Северной. То, что игра имеет происхождение из Африки, подтверждается ее распространенностью на этом континенте. Практически каждая африканская народность играет в одну или несколько разновидностей манкалы. В более позднее время, в основном в результате работорговли, игра распространяется также в Америке. Ну вот, в принципе, и все. Всем спасибо за просмотр.